Сейчас вы там данные. Да ну! Это Никидок, я реально куплю аккаунт с ножом бабочкой за 80 рублей. Жду логин и пароль ему напишу. Хей, йоу, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня будет крайне необычное видео, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, потому что прямо сегодня я куплю рандом аккаунт, поэтому, пацаны, поставьте лайк и подпишитесь. Ну а мы начинаем. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ну и вначале нам нужен аккаунт, с которым мы будем покупать аккаунт в игре. Я, ребята, взял этот аккаунт у моего подписчика, и надо его немножко поменять. Ну, например, я люблю стендов. Да, и надо поменять аватарку. Аватарку я выбрал именно такую. Потому что у всех сраных школьников именно такая аватарка. Я хрен пойми, откуда вы ее берете. Но я тоже ее нашел и поставил себе на аватарку. Ну и конечно же, нам необходимо найти продавца. Чтобы его найти, я, ребята, просто захожу в свою же группу. Я специально открыл стенку и прямо сюда с фейка пишу. Всем привет, куплю аккаунт, пишите в ЛС. Теперь нам остается просто ждать, пока нам напишет наша первая жертва. 5 минут later. И вот он сладенький. Да, ребята, только что мне отписал продавец аккаунта, вот мы с ним переписывались, и в итоге он мне предложил вот этот вот аккаунт за 100 рублей. Да, я Кент АПК попросил скидку. У меня комиссия. Можно 80R. Не, ну если бы реально такой аккаунт можно было купить за 100 рублей, пацаны, это было бы круто. Но вдруг я ошибаюсь, вдруг это Никидок. Давайте проверим и сейчас все узнаем. Ой-ой-ой, он, ребятки, начинает ломаться. Я напишу, пыжи, я прям сейчас куплю. Короче, ребят, самое главное правило школьников. Всегда писать пыжи. Он спрашивает, какая оплата? Конечно же, киви. Вот мне вот интересно, ребят, киданет или нет, как думаете? За мной, ребят, было замечено много разного дерьма, но это не постанова, это самые реальные ролики, и вы сейчас просто офигеете. Так, он мне скинул свой киви и пишет оплачивай. Сейчас, если выйдет, я его позову в Дискорд, и там будет уже повеселее. А, пишет, не пойду. Ох, ребята, ребята. Ну что же, поехали. Поклянись, что ты Никидок. Не, пацаны, если он еще поклянется, что он Никидок, и при этом меня киданет, я просто офигею. Но если он будет нормальным парнем, я его даже пропиарил бы. Клянусь, что не обману. Окей, давайте переведем. Так, перевожу 80 рублей. Все, перевел. Смотрите, 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 смотрите. Все, перевел 80 рублей. Пишу ему. Все, я оплатил. Пиши логин и пароль. Так, кидай ему скрин оплаты, пацаны. Ну-ну-ну-ну-ну. Все, скинул скрин оплаты. И что же будет дальше? Блин, пацаны, держим кулачки. Надеюсь, ты Никидок. Пожалуйста, Николай. Николай Пестерев. Давай, братик, окажись нормальным чуваком, чтобы все в комментариях написали, что ты красавчик. Давай. Ау! Я оплатил. И скрин скинул. Давай, братик, пиши логин и пароль. Сейчас выдам данные. Да ну, это Никидок, я реально куплю аккаунт с ножом бабочкой за 80 рублей. Офигеть, не встать. Поехали. Блин, вот это круто. Мне еще этот Марат отписал. Ору в ЧС долба... Чего? Посмотри, что Марат отписал. Опа, посмотри, что-то пишет, 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 пишет. Так, вы готовы, дети? Вы готовы, дети? Тут такая ситуация, пожалуйста. Оказывается, я уже продал этот аккаунт. Вы можете доплатить 50 рублей и получить другой. Или ждать новое поступление аккаунтов. Чего нахрен? Гони аккаунт, скотина. Ладно, ладно, окей. Все ради контента. Все ради контента. Напишу. Ладно. Сейчас еще 50 переведу. 50 рублей тоже ушло. Все. Пишу. Оплатил еще 50. Пишет, молодец. Так. Что дальше? Жду логин и пароль ему напишу. Так. Иди на... Теперь ху... Ах ты, скотина. Ах ты...
Даунидзе, шимпанзе, вот это все про него, вот это все про него, Хнидыч, ДТП, неандерталец, цибулька, слабоумный, додик Даунидзе. Окей, он сам напросился, я не хотел, я пишу с кем-то ПК, ему жопа, вот этот Николай Пестер, да, решил кинуть школьника. Окей, ограничил доступ. 5 minutes later. Народ, короче, я ему написал с кем-то ПК, привет, или давай аккаунт, или тебе будет знать весь YouTube. Он пишет, чё? В смысле чё? Хрен через плечо, чувак, отдавай аккаунт или бабки. Потому что я снимал видео, это была проверка на честность. Ты её не прошёл, ты оказался последним мудаком, и о тебе узнает весь YouTube. Поэтому отдай бабки по-хорошему, иначе будет хуже. Знаете, что было дальше? Вы сейчас просто офигеете. Я ему, короче, отправил это голосовое. Он дальше начал писать, типа, что я фейк. Потом я ему пишу, я не фейк. И знаешь, что мне в итоге написал? Давай сотрудничать, ты будешь постоянно вставлять в свою видеорекламу, и я буду давать не... Вы поняли. А потом пишет, го один на один, если выиграешь, то я верну бабки. И пишет дальше, будет норм заруба. Кто знает родителей этого школьника, я вас умоляю, передайте мне их, напишите, пожалуйста, в ВК, не знаю, этих родителей, чтобы я с ними связался, или их номер, чтобы я им передал это видео, чтобы они узнали, что творит их сыночек, да как так можно? Киданул на бабки и как ни в чем не бывало. Даже совесть не грызет. Чувак, где твоя совесть? Говнюк ты маленький. И пожалуйста, никогда, ни при каких условиях не покупайте ни у кого аккаунты. Потому что если вас киданут, мне не пишите. Я ни при чем, я предупреждал. В принципе, ребятки, на этом все. Если вам понравилось подобное видео, поставьте лайк. И давайте запустим хэштег го еще. И тогда я проверю еще кого-то на честность. Ну а с вами был ваш Кентуха. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.